It is a great privilege to be with you here today. Для меня это большая честь быть с вами сегодня. Today we are going to speak about the greatest message that has ever been given to men. Сегодня мы будем говорить о вести, самой великой вести, которая когда-либо была передана людям. It is the gospel of Jesus Christ. Это Евангелие Иисуса Христа. Again, it is a privilege for us to preach this message to you. Еще раз, это для нас великая честь проповедовать вам эту весть. For there is no greater message. Больше этой вести нету ничего. I pray with all my heart that you will listen. Я молю всем своим сердцем, чтобы вы послушали эту весть. Your entire eternal destiny depends upon this message. Ваша вечность, то, где будете вы в вечности, зависит от этой вести. We're going to begin our study in the book of 1 Corinthians. Мы начнем наше изучение с книги Коринфянам. Chapter 15. Глава 15. Verses 1 through 4. Стихи с 1 по 4. My brother's going to read for us in his Russian translation. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только несчетно уверовали. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. This text is extremely important. Это очень важный текст. Because Paul summarizes the gospel for us. В нем Павел обобщает все Евангелие для нас. Also, he teaches us that this is the great message of Christianity. И в нем он также утверждает, что это и есть самая важная весть христианства. Of all the messages that exist, this one takes the first place. Из всего, что сказано в христианстве, это самое важное. So we're going to look at this text verse by verse. И мы посмотрим на этот отрывок стих за стихом, to see exactly what is the gospel, чтобы понять, что на самом деле и есть Евангелие, and to see how important it is not only for the sinner, but for the Christian. И как важно оно не только для грешника, но и для христианина. If you look in verse 1, посмотрите на первый стих. He says, "Now I make known to you, brethren, the gospel." Он говорит, что напоминаю вам, братья, Евангелие. Now Paul is writing to Christians. Здесь Павел пишет христианам. He has already preached the gospel to them many times. Он уже проповедовал Евангелием раньше много раз. But now once again he returns to the gospel. И опять и вновь он возвращается к Евангелию. To once again make it clear to them. Чтобы еще раз сделать ясным для них. Why is that? Почему это? It is because the gospel is the message of Christianity. Потому что Евангелие это и есть весть христианства. If you do not understand this message, you cannot be saved. Если вы не понимаете, в чем заключается эта весть, вы не можете быть спасены. And if you do not understand this message, you cannot grow as a Christian. И если вы не понимаете, что это, в чем эта весть, вы не можете расти как христианин. You must understand that the gospel is not just for lost people. Вы должны понимать, что Евангелие это не просто не только для грешников, для потерянных людей. It is for Christians. Это для христиан также. The brand new baby Christian needs the gospel. Даже новорожденный, только что возрожденный христианин нуждается в Евангелии. But also the most mature Christian in the world needs the gospel. Но также и самый возросший в вере христианин тоже точно так же нуждается в Евангелии. Here's some things that I want you to understand. Вот что я хочу, чтобы вы поняли. The Bible teaches that we grow in godliness according to our knowledge of the gospel. Библия учит, что мы растем в благочестии в соответствии с нашим знанием Евангелия. In 1 Timothy, Paul says that the gospel is the mystery of godliness. I probably should, to be exact. Let's go there. In 1 Timothy, yeah. Chapter 3. In 1 Timothy, chapter 3, verse 16. В первом послании к Тимофею, в третьей главе, в 16 стихе. He says this.
Вот что он говорит, что Павел говорит. By common confession, great is the mystery of godliness. И беспрекословно, великое благочестие тайна. He who was revealed in the flesh was vindicated in the spirit, seen by angels, proclaimed among the nations, believed on in the world, taken up in glory. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе. The way we become godly is through understanding the gospel. То, как мы становимся благочестивыми или растем в благочестии, происходит через понимание Евангелия. The more we understand what God has done for us in Jesus Christ. Чем больше мы понимаем то, что Иисус сделал для нас, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе, the more we will love God. Тем больше мы будем любить Бога. The more we will hate sin. Тем больше мы будем ненавидеть грех. And the more we will want to be like Jesus Christ. И тем больше мы будем хотеть быть такими, как Иисус Христос. So Paul comes to the church at Corinth with the gospel. И поэтому Павел приходит к церкви в Коринфе с Евангелием. He wants to make it known to them. Он хочет еще раз напомнить им о Евангелии. He longs for them to understand it. Он страшно желает того, чтобы они хорошо его поняли. You may be thinking that you already know the gospel. Вы можете думать о себе, что вы уже знаете Евангелие. That is possible. Это возможно так. That you know the gospel. Что вы знаете Евангелие. But you do not know it completely. Но вы не знаете его в полноте. You may understand enough of the gospel in order to be saved. Возможно, вы достаточно знаете Евангелие для того, чтобы быть спасены. But you do not understand everything that is the gospel. Но вы не знаете всего того, чем является Евангелие. Let me explain this to you. Позвольте мне объяснить это. You will understand the second coming on the day that it occurs. Полностью вы поймете, что такое второе пришествие, только в тот день, когда оно произойдет. You will understand the book of Revelation when all of it is fulfilled. Книгу Откровения вы сможете понять только тогда, когда все, что, о чем в ней написано, исполнится. But even if you spend an eternity of eternities in heaven, you will still not understand everything that is the gospel. Но что касается Евангелия, то даже если вы проведете всю вечность на небесах, вы тогда даже не до конца поймете полноту Евангелия. It is a message that is far too great. Это весть, которая просто слишком велика для этого. And far too wonderful. И слишком чудна. To understand in just a few years. Чтобы понять даже за какие-то несколько лет. The more you understand the gospel, чем больше вы понимаете Евангелие, the more there is to learn. Тем больше еще можете узнать о нем. The gospel is what is going to make heaven so wonderful. Евангелие – это именно то, что будет, что сделает таким чудесным быть на небесах. Throughout all of eternity, we will be chasing down greater and greater knowledge of the gospel. Через всю вечность мы будем достигать большего и большего знания в Евангелии. That's what I want you to do now as Christians. И сегодня я хочу, чтобы это произошло с нами, с христианами. To dig deep in the scriptures, to seek to know more and more of what God has done for you in Christ. Углубиться в Писание и искать и выискивать именно то, что Бог сделал для нас в Иисусе Христе. This is so important. Это очень важно. In Christianity today, the gospel seems to be not that important. Сегодня складывается впечатление, что в христианстве Евангелие утратило свою первостепенную роль. We've reduced the gospel down to four spiritual laws. Мы упростили Евангелие до уровня четырех духовных законов. That Jesus died. Что Иисус Христос умер. That he rose again from the dead. Что он воскрес из мертвых. And we must believe in him. И мы должны верить в него. That is the core of the gospel. Это есть ядро Евангелия. But that is not all the gospel. Но это далеко не все Евангелие. Who was Jesus? Кем был Иисус? What does it mean that he died for us? Что это значит, что он умер за нас? What is the significance of the resurrection?
в чем суть воскресения? What does it mean to believe? Что значит уверовать? What do we have in Christ? Чем мы обладаем во Христе? All these things will take an eternity to discover. Все это займет вечность, чтобы постичь полностью. Everyone today realizes that there are many problems in Christianity. Сегодня многие могут согласиться с тем, что в христианстве есть много проблем. What is the reason for all these problems? В чем суть, откуда эти проблемы происходят? One of the greatest reasons is this. Одной из основных причин является то, we have neglected the gospel. Что мы пренебрегли Евангелием. Most people do not understand the gospel. Многие люди просто не понимают Евангелие. If we want to see the church become beautiful, если мы хотим церкви расти и становиться прекрасными, we must recognize the importance of the gospel. Нам нужно понять суть Евангелия и его важность. And we must grow in the gospel. И нам нужно расти в Евангелии. Now Paul says in verse 1, и в первом стихе вот что Павел говорит. He says, now I make known to you, brethren, the gospel which I preached to you. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам. This is something that is very important. Это очень важно. What does the church need today? Что нужно церкви сегодня? It needs preachers. Ей нужны проповедники. It needs men of God. Ей нужны люди Божьи. Men who love God. Которые любят Бога. Men who study God's word. Которые изучают Слово Божье. Men who live with God in prayer. Которые постоянно приходят к Богу в молитве. And men who see that their primary task is preaching. И люди, которые видят свою главную задачу – проповедь. Preaching the gospel. Проповедь Евангелия. I want to talk for just a moment to preachers. Хотел бы сейчас обратиться к проповедникам. Preachers are far too busy today. Многие проповедники сегодня слишком заняты. We look more like administrators than we look like men of God. И они становятся больше как администраторы, чем люди Божьи. This is a terrible thing. И это ужасное состояние вещей. Let me ask you a few questions. Позвольте мне задать вам несколько вопросов. How much time every day do you spend in the Word of God? Сколько времени каждый день вы проводите в изучении Слова Божьего? How much time every day do you spend in prayer? Сколько времени каждый день вы проводите в молитве? How important is the gospel to you? Насколько важно для вас Евангелие? Does your heart break because the people in the church do not understand the gospel? Разрывается ли ваше сердце от того, что вы видите в своей церкви людей, которые не понимают Евангелие? Do you labor in preaching so that they will understand the gospel? Трудитесь ли вы за кафедрой изо всех сил для того, чтобы люди поняли Евангелие? Are you a man of God? Человек ли вы Божий? Or are you a bureaucrat? Или вы бюрократ, чиновник? Do you study God's word? Изучаете ли вы Слово Божье? Are you alone with him? Проводите ли вы время наедине с Ним? Do you realize that the greatest need of God's people is the truth? Понимаете ли вы то, что самое важное, что нужно людям, это истина? When I look at the life of Paul, когда я смотрю на жизнь апостола Павла, I see two things, я вижу две вещи. Two incredible things. Две невероятные вещи. He was a man of prayer. Он был человек молитвы. It's all over the New Testament. В любой части Нового Завета это можно увидеть. In every one of his letters, в любом из его посланий. You can see that he prayed. Можно видеть, что он молился. He prayed for himself. Молился за себя. He prayed for God's people. Молился за людей Божьих. He prayed that the world would understand the gospel. Молился о том, чтобы мир пришел к пониманию Евангелия. Are you imitating Paul? Подражаете ли вы апостолу Павлу? And are you imitating Christ? И подражаете ли вы Христу? Do you live in prayer? Живете ли вы молитвенной жизнью? The other thing we see about Paul is that he was a preacher. Еще, что мы видим в апостоле Павле, это то, что он был проповедником. It was his passion.
Это его была страсть. To preach the gospel. Проповедовать Евангелие. From the scriptures we understand he was not an eloquent man. И из Писания мы можем сделать вывод, что он не был красноязычным человеком. He did not have a powerful presence about him. Он не был каким-то человеком, который производит приятное впечатление. He was not a poet. Он не был поэтом. He did not preach because he loved preaching. Он не проповедовал, потому что ему это нравилось. He preached because he loved truth. Он проповедовал, потому что он любил истину. And he wanted to make that truth known to men. И он хотел, чтобы эта истина стала известна людям. So he wrote to the church in Corinth. Поэтому он написал церкви в Коринфе, to make sure that they understood the gospel. Чтобы быть уверенным в том, что они понимают Евангелие. He preached to them. Он проповедовал им. The gospel. Проповедовал им Евангелие. Now I want us to look, and let's read the text again. Let's read verse 1 again. He says, "Now I make known to you, brethren, the gospel." Еще раз прочитаем первый стих. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, which I preach to you, которое я благовествовал вам, which also you received, которое вы и приняли». Now this is very important today. Это очень важно. Very important. Очень важно. There is a kind of evangelism that has come out of the United States. Есть такого рода благовестие, которое произошло в Соединенных Штатах, которое очень поверхностно, и оно очень неправильно. Sinner, проповедник смотрит на грешника like this, и говорит что-то наподобие этого. You know знаете ли вы, что вы грешники? If the person says yes, если этот человек говорит, что да, я знаю, что я грешник, he says, would you like to go to heaven? Тогда проповедник задает вопрос, хотите ли вы попасть на небеса? If the person says yes, и если человек говорит да, he says, would you like to pray this prayer and receive Jesus? Тогда проповедник предлагает ему, тогда давайте помолимся вместе этой молитвой и примите Иисуса Христа. But that is not what this verse is teaching. Но в этом стихе, который мы прочитали, не говорится об этом. To receive Jesus does not mean that we just pray a prayer and ask him to come into our heart. Принять Иисуса Христа не значит просто помолиться молитвой и попросить его прийти в наше сердце. The Bible teaches us two things that we must do in order to receive Jesus. Библия учит нам о том, о двух вещах, которые нам нужно сделать, чтобы принять Иисуса Христа. We must repent of our sins. Мы должны покаяться в своих грехах. And we must believe in him. И мы должны уверовать в Него. To receive Jesus requires a supernatural work of the Spirit. Принять Иисуса Христа нельзя без сверхъестественной работы Святого Духа. The Spirit of God convinces a man that he is a sinner. Дух Святой обличает человека в сердце о том, что человек грешник. He shows a man his sin. Он показывает, вскрывает грехи человека. And if a man has truly repented, his heart is broken. И если человек действительно покаялся, его сердце разрывается от греха. His attitude towards sin changes. Он начинает ненавидеть грех. The sin that he was loving, he now hates. И грех, который он до того любил, теперь он начинает ненавидеть. That is repentance. И это есть покаяние. He desires to turn away from sin. Он желает отвернуться от греха, бежать от греха. He desires to walk in obedience. Он желает ходить в послушании. He repents of his sin. Он покаяется действительно в своих грехах. And he believes in Christ. И он верит в Иисуса Христа. He trusts in nothing else but Jesus Christ alone. Он доверяет только Иисусу Христу и ничему больше. There are many people today who say they believe in Jesus. Очень много людей сегодня, которые скажут, что они верят в Иисуса Христа. But if you ask them, are you going to heaven? Но если вы спросите у них,
попадете ли вы на небеса? They say yes. Они скажут «да». When you ask them why, если вы спросите «почему?», they say, well, I'm trying to do good. И их ответ будет заключаться в том, что ну, я стараюсь жить хорошей жизнью. I'm trying to obey the commandments. Я стараюсь следовать заповедям Божьим. They are not believing in Jesus. И это значит, что они не верят Иисусу Христу. They are believing in Jesus plus themselves. Они верят Иисусу Христу и себе. They are trusting in Christ and they are trusting in what they can do. Они доверяются, полагаются на то, что сделал Иисус, а также на то, что они сами делают и могут сделать. That is not faith in Jesus. И это не является верой в Иисуса Христа. To believe in Jesus unto salvation. Чтобы верить в Иисуса Христа во спасение, you must forsake all other hopes. Вы должны отказаться от надежды на что-либо иное. You must trust in nothing else but Christ alone. Вы должны верить только Иисусу Христу и ничему больше. You recognize you're a sinner. Вы понимаете, что вы грешники. That you can do nothing to please God. Что абсолютно ничего в вас может быть, что было бы угодно Богу. That you can do nothing to earn your salvation. Что вы ничего абсолютно не можете сделать, чтобы заслужить, заработать спасение. And you trust in Jesus alone. И вы верите только, доверяете только Иисусу Христу. You call upon the name of the Lord in faith. Вы призываете имя Господа в вере. Until you know that he has saved you. До тех пор, пока вы не получаете уверенность в том, что Он спас вас. I meet many people today. Я с многими людьми встречаюсь сегодня. Their lives are not changed. Их жизнь не изменилась. They do not live for God. Они не живут для Бога. But they believe that they are saved. Но они уверены, верят в то, что они спасены. Because one time they prayed a prayer. Потому что когда-то в своей жизни они помолились молитвой. And they asked Jesus to come into their heart. И они попросили, чтобы Иисус вошел в их сердце. Do you see how superficial that is? Это очень поверхностно. It is just a ritual. Это очень похоже как просто на ритуал какой-то. They have not repented. Они не покаялись, не раскаялись. They have not believed. Они не уверовали. And they have not received Jesus. И они не приняли Иисуса. To receive Jesus is like Jesus becomes your food. Принять Иисуса Христа – это так, как будто Иисус становится вашей пищей. He becomes your drink. Становится вашим питьем. He's the thing that sustains your life. Это то, что поддерживает вашу жизнь. Like he said, you feed upon him. Как это так, как будто вы насыщаетесь им, питаетесь им. He doesn't become just one part of your life, he becomes your entire life. Он становится не просто как бы частью вашей жизни, он становится всей вашей жизнью. To receive Jesus Christ is to open your entire life to him. Принять Иисуса Христа – это значит открыть всю вашу жизнь для Него. And to believe in Christ alone. И верить только в Иисуса Христа. And if you have truly done that, и если вы действительно, если так действительно и произошло в вашей жизни, the evidence will be that you grow in Christ. То в вашей жизни будет свидетельство того, что вы растете во Христе. That you become more holy. Что вы становитесь более святым. Less like the world and more like Jesus. Меньше и меньше становитесь похожими на этот мир и больше на Иисуса Христа. Now Paul says, I preach to you the gospel. Павел говорит, Евангелие, которое я благовествовал вам, which also you received, которое вы и приняли, and then he says, in which also you stand. И дальше, в котором и утвердились. To stand upon the gospel. Утвердиться в Евангелии. Jesus gave a parable. Иисус сказал такую притчу. One man built his house upon the sand. О том, как один человек построил свой дом на песке. And when the storms came, his home and his life was destroyed. И когда пришла буря, его дом был уничтожен. Another man built his house upon the rock.
И другой человек построил свой дом на скале. And when the storms came, he was saved. И когда пришла буря, его дом устоял. This is a perfect picture of what Paul is talking about here. И это очень хорошая иллюстрация к тому, о чем Павел говорит здесь. If you are trusting in your good works, если вы доверяете своим хорошим делам, if you are trusting in your religion, если вы полагаетесь на свою религиозность, if you are trusting in a prayer that you have prayed, если вы полагаетесь на свою молитву, которой вы помолились когда-то, you are building your house upon the sand, вы строите свой дом на песке. And when God's judgment comes upon the world, и когда Божий суд грядет на этот мир, you will be destroyed. Ваш дом будет уничтожен, вы будете уничтожены. But if you are trusting in Christ alone, но если вы доверяетесь только Иисусу Христу, if you put no hope in your religion, если вы никакой надежды абсолютно не вкладываете в свою религиозность, no hope in your good works, никакой надежды на свои добрые дела, but you stand upon Jesus alone, но вы утверждаетесь, стоите только на Иисусе Христе, you are hoping in Jesus, вы надеетесь только на Иисуса Христа, believing in Jesus, верите только Иисусу Христу, rejecting all other hopes, отвергая всякую любую другую надежду, then you have built your life upon the rock, то тогда вы построите свой дом на скале. And when God's judgment comes upon the world, и когда Божий суд придет на этот мир, you will be saved. Вы будете в безопасности. Now, in verse 2, и второй стих. Speaking of the gospel, he says this, говоря о Евангелии, он говорит вот что. By which also you are saved, if you hold fast the word which I preached to you, unless you believed in vain. Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нетщатно уверовали. In the beginning of verse 2, he says this, в начале второго стиха он говорит, that by the gospel we are saved, что мы спасаемся Евангелием. Now this is very important. И это очень важно. There is a gospel that has come out of America that is false. Еще раз напомню о том Евангелии, которое пришло из Америки и которое ложное. It is called the prosperity gospel. Евангелие процветания. If you believe in Jesus, you'll be rich. Согласно которому, если вы уверуете в Иисуса Христа, вы будете богаты. If you believe in Jesus, you'll be healed. Если вы уверуете в Иисуса Христа, вы исцелитесь. If you believe in Jesus, you will have no problems. Если вы будете иметь веру в Иисуса Христа, у вас не будет никаких проблем в жизни. Но это ложное Евангелие. Also, it has the wrong focus. И которое сконцентрируется на совершенно неправильном. We do not believe in Jesus primarily so that we will have a good life. Мы не верим в Иисуса Христа исключительно для того, чтобы иметь хорошую жизнь. В этой жизни. We believe in Jesus so that we will be saved from our sin. Мы верим в Иисуса Христа прежде всего, чтобы быть спасенными от своего греха. You see, man only really has one problem. На самом деле у человека только одна основная проблема. It is our sin. Это проблема греха. It condemns us. Грех осуждает нас. It kills us. Он убивает нас. It sends us to hell. И Он посылает нас в ад. Jesus died to save you from sin. Иисус умер, чтобы спасти вас от греха. And to save you from the judgment of God in hell. И спасти вас от осуждения Божьего в аду. The true Christian appreciates this. Настоящий христианин для него это очень-очень ценно. His focus is not on money. Для него главным в жизни не являются деньги. Or health. Или здоровье. Or a good life. Или жизнь без проблем. His focus is on the truth that he has been saved. Главное для него в жизни это то, что он был спасен. Saved from sin. Спасен от греха. He needs nothing else. И для него больше ничего не надо. He is satisfied.
Ему достаточно Христа. Он полон радости. Потому что все его грехи были омыты. Почему вы верите в Иисуса Христа? Почему вы следуете за Ним? Для того, чтобы стать богатым? Чтобы достичь процветания в этой жизни? Чтобы Он исцелил вас? Это неправильно. Мы следуем за Иисусом Христом, потому что Он стоит того. Потому что Он умер за нас. Мы следуем за Христом, потому что Он взял наши грехи. Мы следуем за Христом, потому что Он обещал нам жизнь, вечную жизнь. Eternal life is not just a life without end. Вечная жизнь — это не просто жизнь без конца. It is a life with God. Это жизнь с Богом. If you have truly been saved, если вы действительно были спасены, your great desire is to be with Christ. Ваше главное желание в жизни будет быть со Христом. Even though it costs you your life in this world. Даже если это будет стоить вам жизни в этом мире. We're saved. Мы спасены. What more do we need? Что еще нам нужно? Our sins have been forgiven. Наши грехи были прощены. Why do we care about anything else? Зачем нам беспокоиться и заботиться о чем-либо еще? Let's go on. He says in verse 2, by which also you are saved. Еще раз во втором стихе, которым и спасаетесь. Если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только нечетно уверовали. This is very important. Очень важно. He says you are saved, он говорит, что вы спасены, если удерживаетесь Евангелия, удерживаетесь благовествования. So if you do not hold on to the gospel, you are not saved. И то есть значит, что если вы не удерживаете преподанное, значит вы не были спасены. Now this is very important. И это очень важно. Why? Почему? Well, within Christianity there are two different opinions. В христианстве есть два мнения существуют. Some people say that a genuine Christian can lose their salvation. С одной стороны, есть люди, которые говорят, что христианин может потерять спасение. And they even use this verse. И они даже прибегают к этому стиху, чтобы отстоять свою точку зрения. If you do not hold on, you will lose your salvation. Если вы не удержите, вы потеряете спасение. Other people say, no, no, you cannot lose your salvation. С другой стороны, люди говорят, что нет, потерять спасение нельзя. This is what I believe. И я в это тоже верю. But we must understand this truth. Но нужно вот какую истину еще понять. Because many people use this truth in a wrong way. Нужно понять эту истину, разобраться в этом, потому что многие используют ее неправильно. They say, if you believe in Jesus, они говорят, если вы поверили в Иисуса, you are saved. Вы спасены. And you can never lose your salvation. И вы не потеряете свое спасение. Even if you live the rest of your life like a devil, you are saved. Даже если остаток своей жизни вы живете как дьявол, вы спасены. That is not true. И это не может быть правдой. If you have truly believed in Christ, если вы действительно поверили в Иисуса Христа, you are saved. Вы спасены. But the evidence that you have truly believed, но доказательство, свидетельство того, что вы действительно поверили, заключается в том, что вы будете продолжать верить. Вы будете продолжать держаться Евангелия. Вы будете расти в святости. Go, но если вы не удержитесь, это не значит, что вы потеряли спасение. It means that you were never saved. Это значит, что вы не были спасены. You see, we are saved by faith alone.
мы действительно спасаемся только по вере. But if we have believed, we have been born again. Если мы действительно поверили, мы были рождены свыше. We have become new creatures. Мы стали новой тварью. And as new creatures, we keep believing. И как новое творение, мы продолжаем верить. We keep loving. Мы продолжаем любить. We keep following. Продолжаем следовать. So we are saved by faith alone. Итак, мы спасаемся только по вере. But the evidence that we have believed, но свидетельство того, что мы уверовали, is that we keep believing. Заключается в том, что мы продолжаем верить. And our life keeps changing. И наша жизнь продолжает меняться. We will keep growing. Мы будем продолжать расти. Now I need to say this. Но мне также нужно сказать вот что. We don't always grow up, up, up and up. Наш рост не идет только все время по восходящей траектории. Sometimes we grow, иногда есть периоды роста, and then we fall back a little. И мы иногда откатываемся назад немного. And then we grow, но мы продолжаем расти, we fall back a little. И обратно откатываемся немного. If you are truly a Christian, но если вы действительно христианин, you will struggle with sin. У вас будет борьба с грехом. You will at times fall. Время от времени вы будете спотыкаться и падать. Life, но если посмотреть на всю вашу жизнь, можно увидеть траекторию роста. Являетесь ли вы христианином? Или просто следуете религиозным принципам? Вы можете сказать, что я являюсь баптистом. Или пятидесятником. Или православным. But are you growing in conformity to Christ? Но вопрос должен быть в другом. Растете ли вы в том, в преобразовании в образ Иисуса Христа? Is there evidence that you have truly believed? Есть ли свидетельство в вашей жизни, что вы действительно уверовали? Is there evidence that God has taken hold of your life? Есть ли свидетельство в вашей жизни того, что Бог действительно присутствует в вашей жизни? If there is no evidence, если нету свидетельства, how can you know that you truly believe? Как вы можете утверждать, что вы действительно уверовали? Now he says that we are saved if we hold fast to the word. И здесь написано, что спасаемся, если удерживаемся преподанного. Now let's look at verse 3. Давайте посмотрим на стих 3. Speaking of the gospel, Paul says, for I delivered to you as of first importance what I also received. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. This is so important. И это опять-таки очень важно. What do we learn from this verse? Что мы можем узнать из этого стиха? That the gospel has first importance. Что Евангелие является первостепенным. Do you realize there's nothing more important than the gospel message? Понимаете ли вы то, что Евангелие является первостепенным? Ничего кроме него важного нету. Let me talk to the pastors for a moment. Еще раз хочу обратиться к пасторам. Do you realize there is nothing more important than the gospel? Понимаете ли вы то, что кроме Евангелия ничего важного нету? Do you study the gospel? Изучаете ли вы Евангелие? Or do you see the gospel as something you have already learned? Или вы видите Евангелие как то, что вы уже изучили, уже знаете? Do you teach the gospel to your people? Учите ли вы Евангелие своим людям? Or do you think they already know it? Или вы думаете, что они уже его знают? When you meet somebody, what is the first message you want to share with them? Когда вы встречаетесь с кем-то, что первое, чем вы хотели бы с ним поделиться? It must be the gospel. Это должно быть Евангелие. The gospel of Jesus Christ. Евангелие Иисуса Христа. Oh, brothers, this is so important. Братья, как это важно. The world needs God. Этому миру нужен Бог. But you can only have God through the gospel of Jesus Christ. Но этот мир может быть с Богом только через Евангелие Иисуса Христа. Many of the preachers on television. Очень многие проповедники на телевидении. You could listen to them for an entire year and you would not hear the gospel. И о них, что удивительно, что их слушать можно целый год, но так и не услышать от них Евангелие.
My question is, what are they preaching? Вопрос остается, что тогда они проповедуют? What is so important that they have to say that they have no room for the gospel? Что такого важного они хотят сказать, что им не остается времени для того, чтобы сказать о Евангелии? In the life of the apostle Paul, the gospel was the most important message. В жизни апостола Павла Евангелие было самым важным. And it should be the most important message in our ministry. И также в нашей жизни благовестие должно быть самым важным. Now he goes on and he tells us what the gospel is. И дальше он продолжает и как бы раскрывает суть Евангелия еще раз. That Christ died for our sins. Что Христос умер за грехи наши. According to the scriptures. По Писанию. That he was buried. Что он погребен был. And that he was raised on the third day according to the scriptures. И что воскрес в третий день по Писанию. Now you may say to yourself, okay, I understand that. И вы можете сказать себе, ну да, я это понимаю. And that's what I teach. И я этому и учу в церкви. Well, praise the Lord. Слава Богу. But do you understand it? Но понимаете ли вы это? Have you spent a lifetime of investigating it? Провели ли вы всю жизнь свою, исследуя это, исследуя Евангелие? And is it your greatest passion to communicate it? И стало ли этой вашей самой главной страстью в жизни то, чтобы делиться этой вестью с другими? It says that Jesus died. В этой вести сказано, говорится, что Иисус умер за наши грехи. But what does that mean? Что это значит? Who is God? Кто есть Бог? Why did Jesus have to die? Почему Иисусу нужно было умереть? What does it mean, our sins? Что это значит, наши грехи? Have you considered that? Разобрались вы досконально в этом? Do you communicate it to other people? Говорите ли вы об этом другим людям? What does it mean that he died? Что значит, что он умер? How did he die? Как он умер? How did his death save us? Как его смерть спасла нас? You see, you not only need to repeat this, you need to explain it. Это не надо только повторять, это нужно объяснять. And in your preaching of the gospel, do you preach the resurrection? И является ли проповедь о воскресении частью вашего благовествования? Do you tell people what it means? Объясняете ли вы людям о том, что это значит? Or do you just say he rose again from the dead and that is it? Или вы просто говорите, он воскрес из мертвых, и все. Или вы объясняете им то, что его воскресение было доказательством того, что он был Сыном Божьим. Что это было доказательством того, что он действительно заплатил за наши грехи. Это является доказательством того, что в этой вселенной есть Царь. And that king is Jesus Christ. И это царь Иисус Христос. Now let me finish this message by saying this. И позвольте в завершении этой проповеди сказать вот что. The word gospel means good news. Слово Евангелие, благовестие, значит благая весть. I want you to imagine that we are all citizens of a small country. И представьте на минуту, что мы все являемся гражданами небольшой страны. And a great army is on the border of our country. И на границе нашего государства собралась огромная армия. An enemy army. Враждебная армия. And they are wanting to break through and they will kill us all. И они готовы каждую минуту прорваться через границу и всех нас истребить. So we send our soldiers to the border to fight with them. Мы посылаем наших солдат, нашу армию, чтобы сражаться с ними. And all of us are gathered together in the same town. И все мы собраны в одном городе. And we're wanting to hear something, some news from the battle. И мы с нетерпением ждем каких-то новостей с поля битвы. Have our soldiers won or have they lost? Одержали ли наши воины победу или они потерпели поражение? Have the enemies been defeated? Поражен ли враг? Or are they coming to kill us? Или они по-прежнему идут, чтобы истребить нас? All of a sudden we see someone come running toward us. И вот мы видим вдалеке, кто-то бежит к нам. We're very afraid. Мы очень боимся. What will he tell us? С трепетом мы ожидаем новости, что он скажет нам. Are we going to live or are we going to die? И от этой новости будет зависеть,
мы будем жить или мы погибнем. But when he gets close enough to us, но когда он приближается довольно близко к нам, we see that he is smiling. Мы видим улыбку на его лице. Tears are coming down his face. Слезы текут по его щекам. Because of the joy that's in his heart. Из-за радости, которая наполняет его сердце. And he cries out, "Good news! Good news!" И он кричит: "Благая весть! Благая весть! Хорошая новость!" Our army has won. Наша армия победила. We are saved. Мы спасены. That's a good illustration of the gospel. Это и есть очень хорошая иллюстрация к Евангелию. We are sinners. Мы грешники. Condemned to die. Обреченные на гибель. The judgment of God is coming against us. Суд Божий грядет против нас. And Jesus Christ goes out to meet the judgment of God. И Иисус Христос идет, чтобы встретить Бога и Его суд. He dies in our place. И Он умирает за нас. He takes our sin upon himself. Он берет наш грех на Себя. And he suffers the wrath of God in our place. И Он терпит силу гнева Божьего на Себе вместо нас. And he dies. И Он умирает. And we're wondering, was it enough? И мы остаемся догадываться о том, было ли этого достаточно? Did his death pay for our sins? Заплатила ли его смерть за наши грехи сполна? Will we live or will we die? Будем мы жить или погибнем? And then on the third day, и вот на третий день he rises from the dead, он воскрешает из мертвых. And he looks at us, и он смотрит на нас. And he declares victory. И объявляет победу. I have won. Я одержал победу. Good news. Это благая весть. The greatest news. Это самая лучшая весть. The gospel of Jesus Christ. Евангелие Иисуса Христа. Let's pray. Давайте помолимся. Father, I pray that you will use these words. Отче, я прошу Тебя, чтобы Ты использовал это слово. That people will understand the gospel. Чтобы люди поняли Евангелие. And that they will be saved. И чтобы они были спасены. И чтобы они росли. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Please visit our website at heartcrymissionary.com. There you will find information about the ministry, our purpose, beliefs and methodologies, and extensive information about the missionaries we are privileged to serve.